Здравствуйте, мои дорогие! Я очень рада очередной встрече с вами. Спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня покажу вам мои новые находки с AliExpress и с Wildberries. Все ссылки традиционно найдете в описании. Всем желаю приятного просмотра и давайте приступать к этому видео. Начать сегодняшний обзор я хочу с вот таких классных, свободных, стильных кед из магазина Beauty Today. Они выполнены из натуральной замши. Я выбирала третью опцию без плюша внутри. Также есть опция с плюшем внутри. И еще они есть в черном цвете по этой же ссылке у продавца. Размер выбирала 6,5 на свою длину стопы 23,5 сантиметра. Все идеально подошло. 2405 заказов на эти кеды. Они безумно популярные и очень классные. Они супер удобные в носке. У них высокая резиновая подошва, они не скользят. Причем шнурок здесь сделан очень удобно, его не нужно завязывать. Он резиновый и просто растягивается. То есть вы путем натягивания на ногу будете надевать эти кеды. Безумно мне нравится, несмотря на то, что я приверженец классического стиля, но от этих кед никак не смогла отказаться. Действительно очень хорошее качество, очень плотная замша, она не промокает. И вообще здесь подошва достаточно высоко выполнена. И некоторые ее элементы, например, заходят на носочек и вообще закрывают все зоны, на которые теоретически могла попасть вода. Второй товар — это робот-пылесос моей мечты плюс мойщик полов 2 в 1. Как же я о нем мечтала. Последнее слово техники, так сказать. Наконец, моя мечта сбылась. Получила я его курьерской доставкой в большой вот такой вот серьезной картонной коробке. Он находится, потому что машина эта серьезная, многофункциональная. Здесь собирать практически ничего не нужно. Нужно просто достать базу и сам пылесос из коробки, присоединить моющие части, выметающую угловую щетку, подключить базу к сети, поставить пылесос в эту самую базу, налить в резервуар для чистой воды чистую воду, из инструкции отсканировать приложение, скачать его, подключить к Wi-Fi, и робот готов к эксплуатации. Сразу же скажу, что здесь очень крутые характеристики, здесь очень высокая мощность всасывания, самая высокая из всех роботов-пылесосов, которые у меня были. Прелесть этого робота заключается в том, что помимо того, что он очень хорошо всасывает всю пыль, не оставляя никаких частичек, он после окончания уборки возвращается на свою зарядную станцию и производит самоочистку контейнера сборщика пыли. В базе находится соответствующий резервуар с мешком для пыли, то есть вам не нужно вручную очищать пылесборник. Также вместо традиционной тряпочки, которая пристегивается на подложку на дно пылесоса, здесь находится 2 вращающихся диска с тряпочками. Они вращаются достаточно быстро. Тряпочки здесь такие хорошо отмывающие. И в результате этот робот прямо намывает, отполировывает вам пол. Мне понравилось, что резервуары здесь большие, объемные, на 2 литра резервуар для чистой воды. Это значит, что вы его один раз заправляете и хватает вам этого количества воды на несколько уборок. Я добавляю средства для мытья полов в резервуар для чистой воды для того, чтобы пол вымыл как следует. Я просто заюзала этот робот после получения. Я уже 5-й день являюсь счастливой его обладательницей. И, собственно, несколько раз в день я запускаю его на уборку. И каждый раз он находит, что вымыть. Каждый раз вода в контейнере для грязной воды остается нечистой. Промывает он пол очень интересно. Перед тем, как отправиться на уборку, он сначала подает воду в соответствующий отсек подставки. Она смачивается вот эти вращающиеся диски с тряпочками и промывает их. Дальше он с чистыми этими тряпками едет мыть пол, промывает 8 квадратных метров и возвращается обратно на станцию, промывает свои тряпки, едет убирать следующие 8 квадратов. После них снова возвращается на базу, снова промывает и так далее. То есть с грязными тряпками он не елозит по всей квартире, как делали предыдущие модели. То есть вам не нужно вообще с ним эти тряпки, стирать их, как мы делаем это со стандартными роботами-пылесосами моющими. Здесь он вообще все делает сам, то есть вам стоит только нажать кнопку уборки и вообще забыть про этот пылесос. А если вы поставите его на расписание, он будет просыпаться у вас, допустим, по вторникам и четвергам в 2 часа дня, убирать вашу квартиру, возвращаться на место, то есть как приходящая домработница, которой при этом не нужно платить. Таким образом, мы вообще избежим необходимости
нажимать на кнопку уборки. Кстати, запустить уборку можно из приложения и на самом роботе нажать кнопку. Здесь всего две кнопки. Кнопка уборки и кнопка возврата на зарядную станцию. Еще одно преимущество этого робота заключается в том, что он разговаривает на русском языке и описывает, собственно, все, что с ним происходит, все, что он делает, все, что нужно с ним сделать. Каждый раз вода, которая промывает эти тряпочки, всасывается в резервуар для грязной воды. И через некоторое время робот вам подскажет, что нужно эту грязную воду вылить. Мне очень понравилось приложение, понравилось, что оно на русском языке, понравилось, как этот робот строит карту. Нравится, что можно разделить карту на комнаты, назвать каждую комнату как угодно и отправить с приложения робот убирать какую-нибудь определенную комнату. Можно здесь создать виртуальные стены, можно сделать уборку в выделенной области, можно настроить пылесос под себя. Я выбрала максимальный режим всасывания, самый супер-пупер сильный. Также много здесь других точных настроек. Убирает он квартиру стандартно, с самой лучшей траекторией, то есть сначала обходит каждую комнату по периметру, а дальше змейкой. Таким образом, он не проходит по одному и тому же участку дважды, но при этом отлично промывает абсолютно всю площадь пола. Также в приложении вы можете выбрать функцию «Обходить ковры», то есть на ковер он не будет у вас заезжать. Но я эту функцию не выбираю, мне нравится, когда он и ковер вот так вот влажно чистит. В общем, вещь великолепная, я, зажмурив глаза, ждала каких-нибудь подвохов от него и уже думала, что придется в чем-то здесь разочароваться и расстроиться, но нет, разочарование не пришло, чему я очень рада. Вещь замечательная, не нужно теперь мне хранить мойщик пола, который у меня лежит на балконе. Эта вещь заменила и обычный робот-пылесос, и мойщик, и со своей задачей справляется отлично, а главное, сам все промывает и высасывает. Я специально не дала ему всосать в зарядную станцию пыль из пылесборника, чтобы вам показать, сколько он собрал после прохода одной единственной комнаты. Это говорит о том, что его мощность действительно высокая. Дальше он у меня помыл всю квартиру, прошелся везде, построил карту, все построил абсолютно верно. Карта у него, кстати, не сбивается. И вот я вам выливаю из резервуара с грязной водой воду в ведерко, и вы можете посмотреть, какими грязными были, оказывается, полы. Это абсолютно классические ботинки. Мне они дико понравились тем, что их модель аккуратная. То есть их подошва не сильно выходит за пределы самих ботинок, не увеличивая эту модель таким образом. Модель абсолютно универсальная. Мне очень нравится, как она смотрится в основном с платьями, с юбками, ну и, конечно, с брюками и джинсами тоже будет смотреться классно. Здесь не слишком длинный носок, он не слишком острый. В общем, все, как мне нравится и как я люблю. Хорошая здесь подошва, она не скользит. Мне нравится, что шнуровка здесь до самого верха, которая позволяет садить их в ваши ножки очень четко. Они не будут болтаться на щиколотке. Кожа та же самая, высочайшего качества. На очень хорошей фабрике изготавливаются модели этого бренда. Я выбрала классическую черную расцветку, также белая представлена. Снова это у меня размер 6,5 на мою длину 23,5 сантиметра. То есть идеально подойдет на 37 размер. Далее еще один товар, новинка из магазина Beauty Today. Мы уже с вами постепенно готовимся к более холодному сезону. Это вот такие ботиночки из натуральной замши с резиновой подошвой, противоскользящие. Здесь даже такие шипики на носочке на подошве имеются, которые вообще запретят этим ботиночкам скользить. Хорошая такая красивая здесь подошва с интересным узором, мягкий бежевый цвет, белая подошва, мне тоже это очень нравится, и у них хорошая длина, они не слишком длинные, не слишком короткие, никаких замочков здесь нет, можно их спокойно надевать путем натягивания на ногу. Очень мне нравится, как они носятся с утепленными леггинсами, и смотрятся они очень хорошо при этом. Внутри пушистый белый мягчайший мех, очень теплый, отличная модель, очень мягко, мило смотрится, причем модель это не громоздкая, носок не слишком вытянутый, подошва не какая-то слишком крупная. В общем, все очень аккуратно, тепло, мягко, удобно, не трут, не жмут из-за того, что столько меха внутри, из-за того, что здесь натуральная мягкая замша. Заказывала я их, кстати, на Wildberries, магазин Beauty Today туда вышел некоторое время назад. 37 размер я выбирала, размерная таблица там российская, поэтому, да, можете не заморачиваться с этими размерами 6, 6,5 и так далее. Черная расцветка также имеется у продавца в наличии, смотрится тоже симпатично, поэтому присмотритесь, если вас эта модель заинтересовала.
И сразу же, не отходя от дела, еще одна модель из этого магазина, тоже с Wildberries. Вот такие вот уже классические ботиночки в белом цвете. Я их выбрала, из натуральной кожи они. Подошва здесь тоже противоскользящая. Все было прекрасно упаковано. Всегда они каждый ботиночек упаковывают в мягкий вот такой вот пыльничек. Все соответствующие вставки также находятся внутри для того, чтобы обувь никаким образом не деформировалась. Мне очень понравились эти ботиночки. Они застегиваются на молнию сбоку и зашнуровываются, то есть вы их посадите по вашей ножке, как вам удобно, а уже снимать и надевать будете при помощи молнии. Достаточно они высокие, хорошо они греют. Там мех находится внутри, не такой длинный, но тоже мягкий и пушистый. Также черная расцветка представлена у продавца и достаточно широкий размерный ряд. Смотрится тоже аккуратно, мило, женственно, очень удобные. Также ногу не делают громоздкой и визуально не удлиняют ее. Дальше. Следующее чудо техники. Это умный замок. Господи, боже мой, как же я о нем мечтала. И все в нем прекрасно, если бы я его не заказала без важной детали, без самого тела, как оно называется, тело замка. Но мы уже с продавцом ведем переговор по этому поводу, и он мне предлагает выбрать размеры. Для того, чтобы выбрать размеры, вам нужно разобрать свою дверь, снять замок, который стоит сейчас в ней, и все измерить, и таким образом уже заказать необходимое вот это вот тело. А про сам замок. Здесь в нем столько способов открывания, что я была, если честно, в шоке. Выбирай любой. Но давайте начнем с коробки. Упаковано все замечательно, все мягко проложено, инструкция находится внутри. Даже есть вот такой вот шаблон, по которому вы будете все это собирать. Я вам показываю все составляющие этого замка. Здесь два браслета, которыми можно открыть. 4, нет, даже целых 7 брелков, которые тоже открывают этот замок. Дальше внутренние вот такие вот детали, 2 ключа и, собственно, 2 половинки вот этого замка. Он сам черный, лаконичный, очень красивый и самый, конечно, классный способ открывания этого замка — это отпечаток пальца, который вы запрограммируете. Вам перед использованием нужно снять крышку с одной стороны. Вы там увидите полость, в которую вставите 4 пальчиковых батарейки. И обязательно скачайте приложение из инструкции, сканируя QR-код. Зарегистрируйтесь, быстренько подключитесь и все, можете настраивать этот замок так, как вам удобно. Тут же и отпечаток пальца вы можете добавить, и все эти карты, и все-все-все способы открывания этого замка. Конечно, тут надо будет немножечко постараться, но оно стоит того. Потом вы будете, извиняюсь за выражение, кайфовать от этого замка. Да, кстати, здесь еще при помощи кода тоже можно набирать код, и он тоже откроется. То есть вам, в принципе, ключи с собой носить не нужно. С вами всегда будет ваш палец, на который настроен отпечаток, и вы просто прикладываете его к замку, и он сам открывается. Никаких ключей, ничего лишнего, в принципе, вам тут больше и не нужно будет. Собирается это все достаточно легко, здесь главное соединить 2 проводочка, вставить батарейки, и, собственно, все, вся вот эта вот электроника начинает работать. Приложение классное, и мне что понравилось больше всего в этом приложении, так это то, что если кто-то пришел к вам и начинает что-то делать с вашим замком, то у вас на приложении сработает сигнализация, что идет попытка взлома. И все, вы можете срочно бежать, скакать, ехать домой. И да, это очень высокая степень безопасности, я вам скажу. И никогда вы не попадете в беду с каким-то взломом, вот с таким вот замком. То есть, помимо того, что он очень удобный, он очень классный, он очень стильный, он еще и предохраняет вас от взломов. А сейчас я вместе с вами с большим удовольствием хочу открыть мою новую парфюмерную посылочку, которую я заказала в телеграм-канале Kingsman Parfums. Мы уже с вами одну посылку открывали из этого телеграм-канала. Для меня, конечно, было огромным удивлением качество этой парфюмерии. И я решила у них еще один заказ сделать, закрыть свои хотелки, те, которые очень сильно дорогостоящие в оригинале. Но здесь в точных копиях, абсолютно в точных копиях, цены просто прекрасны.
цена около 2000 рублей за 100 миллилитров, поэтому, да, буду вам сегодня показывать, что из парфюмерии мне безумно хотелось, но денег было на оригинал жалко. Ну и рассмотрим, собственно, эти копии и сделаем вывод, стоит ли их заказывать, настолько ли они достойны вообще нашего с вами внимания. Итак, пришла ко мне моя посылка с деком всего через 4 дня после оформления заказа. В этом телеграм-канале огромное количество парфюмерии, но если вдруг вы не найдете то, чего вы хотите, вам нужно написать в службу поддержки этого канала, и наверняка они найдут для вас то, что вы хотите. Просто у них очень-очень много товаров, и они не все успевают выставлять. Также мне очень нравится, что в каждом объявлении находятся реальные фото флаконов. То есть не просто какая-то картинка с какого-то сайта, а фотографии здесь представлены с различных ракурсов. Да, за 100 миллилитров цены около 2000 рублей. И также мне очень нравится, что в каждом объявлении находится описание аромата. И здесь все ноты представлены. И, в общем, вся композиция здесь открыта. В общем, классный телеграм-канал. Я давно уже на него подписана. Очень рада, что вторая моя посылочка до меня дошла. Она, кстати, очень хорошо вот так вот упакована была. И давайте ее, собственно, откроем. Три парфюма я выбрала. Итак, первый парфюм — это, конечно же, Lancôme Poema. Вот в такой прекрасной коробке в слюде. Здесь даже находится штрих-код для магазина. И все как в оригинале. Давайте я открою эту слюду. Да, слюда причем запечатана так, как запечатываются оригиналы. Отличить, конечно, от оригинала весьма сложно. Качество печати здесь очень хорошее на коробке. Прощупываются все надписи, то есть они не просто напечатаны, они здесь выбиты, они выпуклые. Здесь, наоборот, они вдавлены, впечатаны. Здесь абсолютно все описание, здесь тоже необходимая информация. Ну и давайте вскроем, наконец-то, эту коробочку и рассмотрим флакон. Здесь внутри коробка синего цвета, вот так красиво все это выглядит. Ну и, собственно, сам флакон с металлической крышкой, очень тяжелый, все очень красиво. Вот так вот выглядит этот флакон. Наконец-то я его хоть в такой версии держу в руках. Да, Lancôme, прекрасный бренд. Качество флакона замечательное, очень красиво здесь форма выстроена этого флакона. Здесь надписи золотым цветом. Да, и крышка прям такая увесистая, тяжелая. Ну и далее, конечно, самое главное, мы с вами поговорим об аромате, потому что флакон, коробка — это ничто, если аромат вдруг нам с вами не понравится и не будет достойным. Я сделаю два пшика. И давайте послушаем, рассмотрим пирамиду. Ой, как здорово пахнет. Мне очень нравится. Такой какой-то нежный, очень сложный желто-цветочный аромат. Да, на оригинал очень сильно похоже, но я бы сказала, что это чуть более легкая версия, потому что оригинал чуть более насыщенный. Но основная вся тенденция здесь сохраняется. Итак, верхние ноты здесь: нарцисс, датура, персик, слива, гималайский мак, мандарин, черная смородина, бергамот, зеленые ноты. Середина здесь: мимоза, цветок ванили, тубероза, иланг-иланг, цветок апельсина, жасмин, фрезия, гелиотроп, роза, кожа. Хочется вдыхать этот блотер просто бесконечно. Насколько приятный, дорогой, очень нежный аромат. Нежный, но многогранный. Я от него не устаю, мне очень нравится его долго вдыхать. И это такой хороший для меня показатель, потому что если я так вот сильно вслушиваюсь в блотер долгое время, и у меня начинает что-то отдаваться в висках, то это значит, что это не мой аромат. И если я могу это делать, то значит, что мы с этим ароматом подружимся. И дальше базовые ноты здесь: долгожданная сексуальная ваниль, цветок апельсина, амбра, бобы тонко, мускус и кедр. Вот такая здесь богатая, обширная пирамида. И очень красивая. Мне нравится. Мне все безумно нравится. За 2000 рублей 100 миллилитров вот такой прелести. Качество очень хорошее. Я здесь совершенно не чувствую спирта, совершенно не чувствую какой-то химической примеси, ничего вредного. Я уже на себе хорошо протестировала парфюмерию из этого телеграм-канала, и у меня в плане здоровья никаких негативных реакций от организма не последовало. Отставим в сторону этот флакон и примемся за следующий, потому что он не менее интересный. И то, что я заказала во вторую очередь, это, конечно же, Tom Ford Fucking Fabulous. А если вы смотрите мои парфюмерные обзоры, вы видели, как я восхищалась этим ароматом в оригинале. Боже мой, я влюбилась в него просто с первого вдоха. Это единственный парфюм от Tom Ford,
который мне до безумия захотелось иметь вот в полноразмерной версии. Но мы все знаем, какой там ценник в оригинале. Слюда здесь, кстати, тоже очень хорошо запечатана. Очень все гладенько, так как в оригинале делается. Коробка классная, из плотного картона. В виде вот такого вот чехла даже, да. То есть здесь вот на такой подставочке сам флакон. И очень плотный картон. Здесь все штрих-коды расположены. И вот он долгожданный флакон. Как же мне хотелось его подержать в руках. Матовое здесь такое крашеное стекло. Здесь тоже вся информация присутствует. Да, слово то самое ругательное здесь закрашено красным цветом. И просто фабулос, да. Дальше здесь на верхней части крышечки Том Форд изображено. Выбито, точнее, такое тиснение. Крышка легкая, совершенно невесомая, но сам флакон тяжелый, из такого плотного стекла, совершенно не просвечивающий. Давайте поговорим о пирамиде этого бренда. Это аромат унисекс, подходит для мужчин и для женщин. Несмотря на то, что я не являюсь особым поклонником унисекса для себя, да, в качестве носки вот именно, мне безумно понравился этот аромат. Он у меня есть в маленьком отливанте. Это все, что я себе могу позволить. Вот такой оригинал еще 100 мл. Нет, я себе позволить никак не могу, но вот здесь 100 мл за 2000 рублей я получила, чему безумно рада. Итак, давайте нанесем на блотер. Я сначала послушаю этот аромат, скажу вам, красивый он, некрасивый, как он вообще, приятен или нет. О, да, это Tom Ford Fucking Fabulous. Потрясающий аромат. Причем он очень красиво звучит как на женщинах, так и на мужчинах. И от мужчины, наверное, это будет просто что-то дико притягательное. Верхние ноты здесь лаванда и мускатный шалфей. Средние ноты кожи, горький миндаль, ваниль и корень ириса. База здесь кожа, бобы тонко, кашмиран, светлое дерево и амбра. Ну, реальный такой унисекс. Ничего здесь прям такого девчачьего нет. То есть мужчинам можно очень смело. Это такой достаточно брутальный аромат. Но и девочкам, которые хотят выразить остроту и силу своего характера, тоже этот парфюм прекрасно подойдет. Мне здесь безумно нравится мускатный шалфей. Здесь звучит потрясающе красиво и очень необычно. Горький миндаль, большое количество кожи. Причем здесь кожа очень красивая, такая тоже сексуально животная. Мне нравится, что здесь ваниль присутствует. Это тоже очень сексуальная нота. Слишком много сегодня я этого слова назвала. Что-то из подсознания. Дальше корень ириса. Здесь это все немного припудривает. Кашмиран это все делает таким бархатистым, светлое дерево, является прекрасной мягкой базой. В общем, красиво, качественно, стоит недорого и очень сильно похоже на оригинал. Ну, просто вот очень-преочень сильно. Единственное, оригинал, мне кажется, чуть более каким-то таким женственным, чуть-чуть. Здесь больше в мужественную сторону направленность, но вся тенденция сохранена, и база сложная, база качественная. Опять же, я здесь не слышу никакого спирта и никакой химозности, это очень-очень круто. Ну и третье, что мы с вами рассмотрим, это вот такой вот тестер аромата Tom Ford Lost Cherry. Такие тестеры в этом телеграм-канале являются весьма-весьма бюджетными. Если вы не хотите 2000 отдавать за вот такой флакон 100 мл, который выглядит прям вот один в один как оригинал, то вы можете заказать себе тестер, и это будет вам очень сильно дешево. Вот так это все выглядит. Слюда здесь тоже прекрасно запечатана, нет никакого следа клея, все распечатывается аккуратно и красиво. Вот такая коробочка, здесь тоже все выбито, то есть неоднородная здесь поверхность. Дальше здесь штрих-код и даже какая-то голограмма. Здесь состав указан, здесь надпись Tom Ford. Давайте откроем. Флакончик здесь должен быть очень простым, поэтому мне кажется, что все-таки лучше в этом телеграм-канале добавить немножечко и купить, ну, все-таки вот такой вот флакон, как в оригинале. Но согласитесь, это выглядит совсем иначе. А так вот флакон вот такой, хотя мы все прекрасно знаем, все, кто являются поклонниками парфюмерии, как выглядит в оригинале вот этот флакон. По форме такой же, только он красного цвета. Он внутри выкрашен, не снаружи, а внутри. И, конечно, классно там дизайнеры постарались, и тот флакон стоит того, чтобы его подержать в руках и хранить у себя на туалетном столике. А здесь вот все так достаточно просто, но и бюджетно при этом. Итак, давайте поговорим о качестве. Здесь пластиковая, пластмассовая крышка, которая выкрашена под металл, под серебро. Достаточно плотное, здесь толстое стекло, толстым дном.
Ну и, собственно, о нотах, которых здесь, конечно, много. Здесь очень такой сложный букет. Я уже эти ноты выучила, потому что много раз говорила об этом аромате и слушала его абсолютно в разных версиях и в оригинале. И, я уже чувствую, как он пахнет. И в различных репликах. Да, очень хорошая, очень качественная реплика. Верхние ноты — горький миндаль, черная вишня. Средние ноты — вишня, слива, турецкая роза, жасмин, самбак. База — бобы тонко, ваниль, кориандр, перуанский бальзам, бензоин, сандал, гвоздика в виде пряности, кедр, пачули, ветивер. Ну, звучит замечательно, звучит очень сильно похоже на оригинал. Здесь очень много вишни, она здесь классная, она здесь ликерная. Да, ликер я забыла назвать. В начале верхних нотах ликер, вишня плюс корки миндаля, а остальное уже чуть-чуть. Совсем является крошечным вкраплением, просто усложняет этот аромат, дополняет этот ансамбль, создает такую легкую дымку вокруг вот этих вот трех основных нот. Слива здесь очень хорошо вписывается и прекрасно вишню подчеркивает и сложности придает этому парфюму. Розы здесь присутствует, жасмин, но, конечно же, это все еле уловимо. Здесь основа — это вишня, горький миндаль, очень красивый, и, собственно, ликер. Но все остальное мне тоже очень нравится. Перуанский бальзам вот в базе, он утяжеляет этот аромат, делает его таким густым, глубоким. Ветивера, кедрово, сандаловая база здесь очень много древесности придает. Пачули здесь не такие, что вам хочется вырвать свои виски и выбросить их, чтобы не чувствовать, как в них стучит эти пачули. Гвоздика в виде пряности, просто обожаю, как она пахнет. Ее здесь совсем чуть-чуть, ее здесь не переборщили. Корица, здесь ее тоже немного. Она добавляет здесь вот такой вот пряности, ароматности, ваниль моя любимая. Ну, в общем, все в этом аромате прекрасно. И это великолепная реплика. Просто великолепная. Опять же, не ощущение спирта, не ощущение какой-то химозности, нет ощущения, что из каких-то дешевых составляющих все это сконструировано. В общем, вот таким был мой сегодняшний заказ. Вот такие три флакона. И я безумно довольна. Если у вас есть какая-то супер дорогущая хотелка, и вам хочется ее закрыть, можно заказать вот такой флакон, поставить его к себе на туалетный столик, внушить себе, что это оригинал за сколько-то там 30 с чем-то тысяч, и наслаждаться. Потому что аромат красивый, флакон, никто даже не догадается. А можно вообще целую коллекцию себе накупить и вообще представлять и создавать впечатление для окружающих, что вы очень сильно дорогая женщина. Ну, это так уже мои шутки. Ладно, переключаемся к следующему товару. Следующий товар – это натуральные человеческие волосы на заколках. Вы можете свой оттенок подобрать, их там достаточно много. У меня здесь вот такое количество прядей, причем это самая бюджетная комплектация. Здесь этих прядей минимальное количество. Но я их заказала для того, чтобы протестировать, посмотреть, как это все будет выглядеть и вообще понять, надо оно мне или нет. Цвет я подобрала, в принципе, близко к своему. Мне очень понравились вот эти заколочки, которые здесь пришиты к основанию этих прядей. Они очень надежно крепятся на ваши родные волосы. Вы на ряды горизонтальные свои волосы делите и, собственно, вот эти вот заколочки закалываете. Все очень удобно, ничего нигде не тянет, не утяжеляет, все очень-очень комфортно. Единственное, что если оставлять волосы распущенными, ну как-то видно, что что-то как-то не так, потому что комплектация слишком низкая. Чтобы это все смотрелось роскошно и густо, нужно заказывать более такую тяжелую комплектацию, то есть большее количество этих прядей, и тогда, да, будет как-то уже более-менее натурально смотреться. Но я вышла из этого положения, я заплела вот такой вот колосок. Концы, конечно, оставляют желать лучшего, но, в принципе, вот так вот, оп, и я вернула себе длинные волосы. Правда, в виде вот такого тонюсенького хвостичка, но все-таки так забавненько, интересненько. Качество, кстати, самих волос действительно классные, они натуральные, то есть я их рассматривала, да, то есть вот с кого-то срезали, на заколке прикрепили и вычитывала волосы, носите. Ну, такое забавное ощущение. Так, ладно, все, заканчиваю свой развеселый тон, сделаем серьезные лица и переходим к следующему товару. Это у нас серебряная подвеска с очень красивым камнем. Кстати, камень вы можете выбрать. Я выбрала черный, такое вот какое-то у меня было настроение и желание. Мне кажется, очень так стильненько он смотрится, этот черный камушек. Подвеска
вырезка в виде сердечка. И здесь длина этой цепочки регулируется на вот такую более крупную цепь. То есть вы можете повыше посадить этот кулон, можете пониже. Хорошее качество серебро здесь 925 пробы. Цепочка тоже той же самой пробы. Фианиты здесь расположены. Такое интересное, ажурное вот это вот сердце. Очень мило смотрится. Мне понравилось. Примеряю с моим любимейшим синим сарафаном. Боже, если вы еще его не заказали, я вообще вас не понимаю. У меня есть на него, кстати, шортс. Так что можете зайти во вкладку шортсы на моем канале и все там посмотреть, включая ссылку. Если вернуться снова к кулону, то мне все абсолютно понравилось. Нормальная цена, огромное количество камней на выбор, и также в цвете желтого золота эти подвески представлены у продавца. Ну вот и все, сегодняшний обзор подошел к концу. Очень надеюсь, что он вам понравился, что вы хорошо провели это время со мной. Не забывайте разворачивать описание, чтобы найти все лежащие там ссылки. Подписывайтесь на мой канал здесь на Ютубе, на Яндекс.Дзене, на мой Телеграм-канал. Также оценивайте это видео лайком, пишите все, что вы хотите в комментариях. Также подписывайтесь на два моих Телеграм-канала, в которых я продаю вещи и парфюмерию после обзоров. И очень буду ждать вас в гости в мое следующее видео. Всем до скорых встреч!